Европарламент дал старт Брекзиту. Депутаты проголосовали за резолюцию, которая определяет стратегию переговоров по выходу страны из ЕС. Практически с этого момента и начинается официальная процедура Брекзита. Согласно документу, переходный период для Великобритании может длиться не более 3 лет. При этом Лондон не имеет права вести параллельно переговоры по торговым соглашениям с ЕС. Ранее кабинет британского премьера Тереза Мэй надеялся, что стране удастся подписать двусторонние соглашения о свободной торговле с отдельными странами-членами Евросоюза. Параллельных переговоров не будет. Как можно говорить о будущем, если на него влияют вопросы из прошлого? Сначала надо их урегулировать. Мы никогда не будем пытаться наказать Великобританию. Мы только просим ее заплатить по счетам как члена ЕС на основании ранее согласованных договоренностей. Ни больше, ни меньше.